Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня с вами мы будем готовить кашу гречневую по-купечески. Для этого рецепта нам понадобится гречка, соль, тушенка у меня свиная, лук, у меня половина луковицы, потому что она большая. Вы можете взять, если она поменьше, значит, целую луковицу. Морковка, масло, на котором вы будете жарить, ну и перец, как специя. Ну вот, вроде и все. Для начала заливаем гречку водой, чтобы она немножко так постояла. И заодно промываем. Пусть она постоит. А в это время мы порежем лук и потрем морковку. Лук режем кубиками, не очень большими. Таким образом. Вот так вот. Лук порезан. Теперь трем морковку. Трем на крупной терке. Лук и морковка подготовлены. Сейчас мы включаем плиточку. Подогреваем ее. Наливаем масло, на котором вы будете обжаривать. У меня оливковое. И когда оно подогреется, первое мы закладываем лук. Масло подогрелось, и мы кладем лук. Слегка его обжариваем. Лук стал мягеньким, и мы добавляем туда морковочку. Хорошо перемешиваем и жарим минуты две. Морковка с луком обжарились и добавляем сейчас тушенку. Хорошо перемешиваем и даем покипеть хорошо. Ну и сейчас самое время посолить. Смотрите, еще пробуйте тушенку. Если она сильно соленая, то регулируйте это дело. И добавить перец. От тушенки у нас довольно-таки много жидкости, поэтому пусть оно немножко выпарится. Не все, но немножко. Гречку я слила и хорошо промыла. И сейчас мы ее добавляем в наш лук, морковку и тушенку. Вот таким образом разравниваем. И мы должны добавить воды. Обычно я делаю 1:2. Но так как здесь у нас достаточно жидкости, я сделаю где-то 1:1. Вот так. Добавляем жидкость, закрываем крышечкой и ставим на минимальный подогрев. А каша наша варилась 40 минут. Я думала 30, но она варилась 40. Она готова. Мы выключаем плиточку. И мы готовы кушать. Накладываем нашу кашу в тарелочку и будем пробовать. Наша каша по-купечески готова. И я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до следующих встреч.